Уважаемые коллеги, в качестве презентации у меня будет вот висеть эта картинка, которая вчера была показана в докладе Людмилы Зайонц. Вот ранняя картина Васнецова «Витязь на распутье». Она вот, в общем-то, иллюстрирует во многом ту тему, которую я сегодня затрону. Это, собственно говоря, значит, надписи на камнях в былинах и сказках. Опыт текстологического анализа. Это действительно опыт, попытка прочтения текста в тексте. И значит, здесь мне хотелось бы обратить внимание, что, конечно же, отечественные исследователи так или иначе затрагивали эту тему, но очень и очень вскользь. И здесь я, возможно, выступая в чем-то, буду как бы повторяться с их выводами и представлениями, но мне кажется, данная тема она требует все-таки особого внимания вот в связи с темой нашей конференции «Текст камня». Я беру сказку и былину, два жанра русского классического фольклора, которые эволюционно восходят, без сомнения, к такому мифологическому эпосу, уже утерянному, и который мы можем только так или иначе реконструировать. Понятно, что эти два жанра совершенно по-особому взяли отдельные сюжеты и мотивы этого архаичного эпоса, уже недоступного для нас, по-разному их развивали. И между этими двумя жанрами есть определенные схождения, но есть и разница. Значит, эта разница, во-первых, касается того момента, что если в былинах мы надписи встречаем на камнях, то в сказках они у нас присутствуют не только на камнях, но и на столбах. То есть это такое более позднее явление, причем, значит, с точки зрения вот функциональные, они между собой, камни и столбы в сказках, совпадают. И вот, высказав это замечание, я дальше не буду обращать на него особого внимания. Но самое главное, значит, да, вот то, что в сказках присутствует, кроме камня, который мы встречаем и в былинах, еще и столбы, это указывает на вот такой поздний характер осмысления, что ли, этих надписей и такой более, на мой взгляд, сниженный с точки зрения вот судьбы героя, потому что все-таки сказка — это о судьбе такой частной, а эпический текст — это о судьбе благодаря герою, который решает такие государственные, национальные задачи. Если мы посмотрим на тексты на камнях в сказке, то мы увидим, что они играют, в общем-то, самую разнообразную роль. Ну, в частности, вот текст, который призван выявить героя среди остальных. Значит, это в сказке «О Кощее Бессмертном». Кстати, обращаю внимание, что, конечно же, большинство текстов сказочных, которые я привожу, это вот сказки такого характера, сказки о богатырях. То есть они сопоставимы с русским героическим эпосом по своему характеру и по эволюционному развитию, значит, очень близки, на что я уже указывал. Значит, долго ездил, наконец доехал до горы, прибольшущая гора, крутая, взъехать на нее никак нельзя. Тут и братья его ездят возле горы, поздоровались, поехали вместе. Доезжает до чугунного камня в 1,5 ста. На камне надпись: кто этот камень бросит на гору, тому ход и будет. Понятно, что братья не смогли это сделать, а главный герой это смог сделать и, в общем-то, отправился дальше в путь. Есть такие надписи, которые делают непосредственно сами богатыри. Причем этот богатырь такого странного типа, он, в общем-то, даже не настоящий богатырь. Таких сказок достаточно много. Мужичок-простачок поехал на пашню, лошаденка его была худенькая, хромоногая, облепили слепни с комарами. Простачок взял кнут, взмахнул, да так счастливо на диво, что разом убил 33 слепней и комаров без счета.
Думать стал, молду дал, богатыри попал, ну и поехал дальше. Голем назвался, голем взвеличался, едет, выехал на большую дорогу, срубил дерево староярство и поставил столб с надписью. Здесь проехал богатырь, голь воянской, встретился с силой басурманской, 33 богатырей сразу положил, а мелкой силы и смета нет. Если такой богатырь навстречу едет, у столба поджидай, а позади так меня и догоняй. Ну и вот такие столбы, они у нас появляются и в других вариантах этой сказки. Еду сражаться в иные города одним махом, стопобивахом. Проехал здесь богатырь Фома Беренников, который сразу побивает 12 могучих богатырей, да прич того силу несметную. Есть столбы, на которых просто написано, что вот дальше идет какой-то город. Стоит посереди поля столб, весь серебряный. Заставил орел мужика надпись читать. Тот прочел за этим столбом, говорит, город стоит серебряный, 50 верст. Через некоторое время он встречает следующий столб, на котором написано, что за ним стоит золотой город. Но это вот такие... особые, что называется, столбы и камни, которые нам у нас встречаются, которых мы не видим, собственно говоря, в былинах. А в былинах у нас есть и камни, извините, в сказках у нас есть и камни, которые можно вот проиллюстрировать и этой картинкой. Камень, стоящий на дороге, и который указывает на судьбу человека. Значит, это могут быть две дороги. Одна, значит, сулит царство, другое – горе и женитьбу. Кто пойдет направо, тот царство получит, кто пойдет налево, тот много зла и горе примет, да зато женится на прекрасной царевне. Три дороги, вот такая надпись подрезана. Три дороги. Первая дорога – тому голодному быть, во вторую – ехать сам сыт, да конь голоден, а в третью – с девицей спать. В общем-то, тоже женитьбу желает. И, значит, не всегда, но нередко, так сказать, указывается, какая дорога, что сулит. Если вот это две дороги, понятно, это лево-право, а если три дороги, то в некоторых случаях перечисляется первая, вторая, третья, но нередко и говорится о точном указании о направлении. Кто поедет от столба сего прямо, тот будет голоден и холоден. Кто поедет в правую сторону, тот будет здрав и жив, а конь его будет мертв. Кто поедет в левую сторону, тот сам будет убить, а конь его жив и здрав останется. И, значит, вот я не буду приводить здесь примеры, значит, скажу, что желают голодному быть, коню голодному быть, то есть самому голодному или коню, или же смерть, быть царем или смерть, значит, работать, это вот в смысле год будет пасти, смерть или найти свою мать. И вот если мы как бы посмотрим, что все-таки сулят каждое направление, то получается, что направо, когда ты едешь, это конь будет мертвый, или он будет голодный, или же царство получишь, или же будешь работать. То есть совершенно разные такие вот, так сказать, пожелания. Налево это смерть, голодному быть и, в общем-то, женитьба. А прямо голодному быть, смерть и найти мать. То есть получается, что, в общем-то, очень такое разнообразное пожелание, но при этом обращает внимание, что как бы вот направо как-то у нас редко встречается смерть. То есть если надеешь направо, то смерти тебе не желается. Если мы посмотрим на былину, то, во-первых, конечно, хочу сказать, что былина и камень такой былинный, он не только желает, значит, указывает на судьбу главного героя, богатыря, значит, куда ему отправляться, но встречаются и некоторые другие надписи. Например, вот в былине об исцелении Муромца на камне написано о том, что именно под этим камнем лежат богатырские доспехи. «Отправлялся Илья к стольному гору, к Киеву, пришел к тому камень неподвижному, на камне была надпись да подписана». Илей, Илей, камень сопри с места неподвижного, то есть конь богатырский, там есть конь богатырский тебе, со всеми-то поспехами да богатырскими, там есть шуба соболинная, там есть плеточка шелковая, там есть палец булатная. То есть вот все то, что нужно богатырю, Илье Муромцу, там как раз и находится. В былине встречается и могильный камень, вот в частности в былине о Святогоре,
значит, тот богатырь из разряда старших богатырей былины, о котором всегда посвящены его смерти. И, значит, сопровождающие Святогора и Илья Муромец, другие, значит, герои, они вот, когда Святогор погибает, они, значит, опускают его гроб, засыпают песком сыпучим и наваливают серый великий камень и сделают на нем надпись. Лежит под тем камнем сильный, могучий богатырь Святогор Романович. Он, родившись же, был во городе в Чернигове. По судьбе же Бога он помер во чистом поле, во чистом же он поле под сим серым камнем. И надо сказать, что вот не очень понятно, то есть не так часто встречающийся мотив в былинных песен. Вполне возможно, что туда он проник из исторической песни. Во всяком случае, вот песни о Стеньке Разина, там нередко как раз говорится о том, что сподвижники Стеньки Разина, значит, когда он умирает, они хоронят его, или же он сам как бы хоронит. Как бы сам перед тем, как умереть, пишет камень о своей судьбе. Ну, к примеру, сподвижники Стеньки Разина отписали то Стеньку все богатыри, что ли, про богатыря могучую, богатыря Стеньку Разина, вот на камне на этом. Или же то, что вот тут лежит Сенька, богатырь Разин, это он сам о себе написал. Как бы о других ответвлениях вот этого надмогильного камня я не буду сейчас упоминать, значит, да, они есть и в лирических песнях, но вот в былинах встречается еще также камень, который указывает о наличии какого-то города. Так сказать, здесь очень такая, опять же, есть близкая параллель к сказке. Это вот былины у Алёши Поповича, значит, да, и здесь, собственно говоря, камень стоит, значит, да, и на нем, так сказать, пишется о дорожке. И вот первая дорожка в Черниговград, вторая дорожка в Тобольское, а третья дорожка в Стольный Киевград. Или же правая эта дорожка в Черниговград, вторая эта дорожка в Тобольское, третья дорожка в славный Киевград, да по той Кагрыне Киевской, еще к той Пресвятой Богородице, к тому же князю Владимиру, к той же Опраскине Клементиной. Ну и, конечно, здесь нас больше всего интересует и именно тот, наверное, мотив о камне, который говорит о судьбе героя. И здесь надо сказать, что у нас вот этот мотив, он присутствует не только об Илье Муромце, в былинах об Илье Муромце представлен на картине Васнецова, но и в другой былине о Ваське Пьянице. Сначала, значит, мы поговорим об Илье Муромце. Значит, здесь, собственно говоря, значит, выбор дороги, он предполагает достаточно ограниченную судьбу, значит, по одной дорожке ехать богату быть, по другую женатую, по третью убитому быть. И опять же мы встречаем, значит, просто перечисление дорог, мы встречаем, значит, определение дорог, значит, по направлениям. И мы встречаем такие тексты, в которых у нас присутствует, значит, рассуждение героя, оно, наверное, ближе всего вот к этой картине. Вот Илья Муромец рассуждает. Значит, во первую дорожку ехать, да по первой дорожке богату быть. Это вот надпись. «И сидел старой да на добром коне, размышлял над своим умом разумом,
Я пойду ли поеду в ту дороженьку, в той дороженьке богато быть? Да что же мне старому, да что же мне старому богатство? Еще нету у старого молодой жены, еще нету у старого молодого деточек, еще некому тащить все, будет золотой казны. То есть он отказывается ехать по этой дороге. Есть такие надписи, в которых указывается время, которое должен потратить герой. Есть тут три дорожечки широкие в Стольный Киевград. Енная дорога ехать 3 месячка, другой дорога 2 месячка. А есть третья дорога, прямехонькая, ехать по той дороге полмесячно. Ехать дорогой ехать женату быть, другой дорогой ехать богату быть, а третья дорогой ехать живому не быть. То есть кроме того, что ждет в конце героя, здесь еще и указывается на время, которое он должен потратить. Очень интересно, что в отличие от сказок, в былинах рассказывается, какого характера это надписи. Значит, ну мы читаем, что вот подрезами в камешек зарезано, или же написано, да подпись все подрезано. То есть как бы явно, что это такая вот резьба по камню, что называется. На камешке подпись подписана, да подпись подписана, подрезана. Кроме того, мы можем прочитать, что это подписи глубокие, подписи немецкие. Значит, непонятно, понятно, что это не на немецком языке написано, скорее всего, вот это вот что. Это вот что-то, может быть, и не на русском, или же ну вот, какая-то такая вот особое указание на характер этой подписи. И кроме того, вот характер подписи, значит, еще вот такое бывает. Да глубокими резями было написано, золотыми литерами нарисовано, то есть золотом это написано. Мне кажется, нужно обратить, конечно, внимание вот на характер этих подписей. И вот еще в одном, значит, написаны позолоты. Первая дорога ехать быть женатым, вторая дорога ехать быть богатым, третья дорога 20 лет никто не ездил. И здесь поселилось идолище немецкое. Это все, в общем-то, на камне написано. И вот если мы посмотрим, опять же, на указание направления, значит, да, то мы здесь увидим, что направо это всегда это богатство, смерть, женитьба. Налево – богатство, прямо – смерть, женитьба. И вот если мы вспомним, что в сказках нет смерти направо, то в былинах смерти нет вроде бы налево. Во всяком случае, по тем материалам понятно, что как бы, может быть, расширение немножко поменяет эту картину, но вот по тем материалам, которые у меня есть вот на сегодня, вот такая как бы дифференциация она есть. Но самое главное – смерть всегда есть прямо. Вот если человек, как бы, герой выбирает прямой путь и в сказках, и в былинах, то там его ждет смерть. Очень любопытные надписи на камнях в былинах о смерти Василия Буславича. Значит, это вот в былинах о поездке Василия Буславича в Иерусалим. Значит, вот он со своими героями, со своей дружиной, значит, едет в этот святой город и, значит, подъезжает к камню. Значит, на камне да все было подписано, все было подрезано. Кто вперед дали скочит, назад скочит. То есть камень предлагает как бы поскакать через камень, через него. Или же, кто этот камень не перескочит, тому, в общем-то, не бывать в Нове городе. Это вот уже Василий Буславич и новгородцы былина. Или же, кто этот камень скочит, да отскочит, тот будет в Нове городе, а кто скочит, да не перескочит, то не будет. И, значит, в дружине у Алёши Буславича, значит, есть такой как бы хромоногий герой, Потанюшка хроменький. И вот Василий Буславич, он, так сказать, очень печалится, что ему-то не перескакать и не доехать. Но вся дружина перескакивает, в том числе и Потанюшка хроменький перескакивает, и сам Василий Буславич. Но, как правило, он перескакивает не только вперед, но он еще решает перескакать назад. И вот когда он перескакивает назад, то он после этого и погибает. То есть он выполняет то, чего, в общем-то, наверное, и не стоило бы делать, потому что в других вариантах этой былины, значит, на камне написано, кто
кто у камня будет тешиться, тот и сломает свою буйную голову. То есть вот нельзя тешиться возле этого камня. Значит, да? И если как бы первоначально это просто указание на то, что если ты это выполнишь, то ты и можешь продолжить свое путешествие, выполнить задание. Тут есть у нас подобное в сказках. Но Василий Владиславович, он решил потешаться здесь. Не только прыгнуть вперед, но и назад. Вот это вот потешение, потешание возле этого камня, оно и привело к его смерти. И, конечно же, в связи с этим становится вот очень важный вопрос. А кто же пишет на этом камне? Кто автор этого текста? Вот. И значит, текст с золотыми буквами, немецкими надписями. И если в сказках это авторство вот на камне и столбах в некоторых случаях как бы проявлено, то в былинах этого нам не сказано. Но вот прежде чем как бы продолжить вот свои некоторые гипотезы в этом отношении, мне бы хотелось обратить внимание на один сказочный текст про орла. И, значит, здесь, значит, герой, он в этом тексте, значит, он получает как бы некое указание, как дальше делать, и, значит, очень любопытно, как это происходит. Значит, а нет, это сказка «Чудесная рыбка». Вот, значит, старичок говорит богатырю: «Эх, говорит богатырь могучий, если, говорит, ты не достанешь со столба книги, то ты и погибнешь. Вот, говорит, постарайся, там столб стоит, достань книгу. Если схватишь эту книгу, то тогда прочитай, что там есть». И вот разогнал коня, схватил оттуда книгу, посмотрел, а в этой книге написано, что «выйди к тебе просить милостыню волшебница старуха, ты и давай милостыню». То есть вот, кстати, указание, как поступать, значит, при встрече с дарителем. Но здесь нас интересует, что здесь есть столб и есть некая книга. При этом мы знаем, что, значит, книга и камень, они у нас встречаются и в былинах. Это, опять же, былины о, значит, о Василии Буславиче, о Ваське Пьянице. Здесь на камне читают книгу Евангелия, то есть выходит девица. Достаточно много примеров, очень известный такой мотив. Она в руках держит книгу Евангелия, во правой руке держит книгу Евангелия, во левой руке держит восковую свечу. Значит, и она клала книгу на серый горючий камень, она клала книгу, читает книгу, сама слезно плачет. Сама слезно плачет, ну и так далее. Значит, да, она плачет о судьбе, значит, страны, о судьбе героя. И если мы посмотрим дальше, то мы, конечно, понимаем, кто эту книгу написал. И есть тому прямые указания, правда, уже не в былинах, а в духовных стихах, что эту книгу, опять же, на этом камне, где потом он прочитан, пишет сам Иисус Христос. А на том камне ведь преобразился наш Иисус Христос, а Иисус Христос, да все небесный царь, утверди, да он тут до кости крепкой, написал он на камень всю книгу голубинную и спускал он эту книгу на сырую землю. То есть можно предположить, конечно, что вот надписи на камне в былинах, значит, да, они, скорее всего, имеют сверхъестественное происхождение. Это происхождение, значит, да, от небесных святых сил, которые предупреждают героя. Вот. И если пытаться реконструировать дальше, то, вероятно, в образе этого камня, который не всегда стоит на
меже, не всегда стоит как бы на дороге, значит, в образе этого камня, как бы он и сам является, собственно говоря, автором этого текста, как одно из возможных предположений этого. Ну, я думаю, что, в принципе, как бы данную тему можно продолжить составлением тезауруса текста камня. Вот. Конечно же, для этого необходимо привлечение большего количества материала. Значит, для фактуриста всегда чем больше материала, тем лучше. И вот составление такого тезауруса текста на камне, оно позволит более широко рассмотреть, вот, я надеюсь, вот эту проблему говорящего камня. Камня, на котором есть написанный текст. Кем написанный, когда, неизвестно. Спасибо. Они действительно разнообразные, эти тексты, насчет тезауруса. А в сказках они более разнообразны, чем в былинах. Вот. Но здесь, конечно, было бы любопытно посмотреть частотность употребления слов в этих текстах. Вот. Ну вот насколько они разнообразны. Да, то есть это тексты предсказания. Да. Это, нет, ну, указания, инструкции. Это, не влезай, убьет. Да, да? Да. Такого типа. Почти такого. Значит, да. Но самое-то главное, значит, да, что если для сказок вот это вот текст, указание для героя нередко бывает, ну, если, точнее, для героев чаще всего он идет все-таки по более легкой стезе или же использует все. Сказки? Да, да, в сказках. То в былинах наоборот, он всегда идет самую трудную дорогу. Да. Если позволите, я еще напомню вчерашний вот литовский материал, да, где как раз надписи на камнях. Это руны, таинственные руны, руны некого языка, который не относится вот к сфере этой жизни. Да? То есть, ну, в каком-то смысле просто перекличка здесь идет с теми же, очевидно, вот с русским языком. Если все-таки мы тут имеем дело с неким фольклорным материалом, и если говорить о реконструкции, как это могло быть вот в том как бы архаичном эпосе, то там, я предполагаю, что не исключено, это были вообще как бы говорящие камни сами по себе, которые мы встречаем в различных таких старых эпических традициях. Вот. А уже в более позднее рациональное время как бы на них появились надписи, когда появилась письменность.